А 7 ноября исполнится 80 лет со дня легендарного военного парада, который прошел на площади Куйбышева в 1941 году. Это был один из трех больших парадов, которые в тот день прошли по стране. Решение провести парад в Куйбышеве было связано с эвакуацией туда в октябре 1941 года учреждений советского правительства, а также иностранных посольств и дипломатических миссий. Параду придавалось большое политическое значение. Он должен был стать демонстрацией военной мощи Советского Союза как фашистам, так и союзникам, полагавшим, что до падения Москвы остаются считанные дни. Прямо с парада его участники отправлялись на фронт. В последние годы 7 ноября в Самаре проводился парад памяти. Но в этом году из-за локдауна парада на площади Куйбышева не будет. В этом году в связи с локдауном, в связи с сложной ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией, все будет проходить в онлайн-формате, поэтому каждый может посмотреть 12 часов онлайн-версию парада, который заранее с разных регионов, с разных учебных заведений, с разных промышленных предприятий отдельные прохождения записывали в сентябре, в начале октября парадные расчеты. Все это именно версия, смонтированная как фильм, но при этом традиционно в 12 часов мы покажем парад.